Начинаем второе отделение концерта. Локтик. Русский шуточный танец «Балалайка». Постановка заслуженного деятеля искусств России Елены Рассе. Солисты Лиза Уралова и Саша Кирик. Половецкой пляски с хором из оперы «Князь Игорь».
вальс из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель». Тюлина.
Сакаракис. Греческая фантазия. Постановка Дениса Берку и Марины Егоровой. Слова Энтина. Прекрасное далеко.
солисты Саша Кабанова, Ксения Рослякова и Лена Александрова. Американский танец в стиле кантри. Хореография Ларисы Парневой. Постановка Дениса Берко и Марины Егоровой. Thank you.
мексиканская песня «Сьелито Линдо». Солистка Марина Гутерман. Постановка Дениса Берко и Марины Егоровой. Thank you.
«Свиридов», «Военный марш», исполняет оркестр. Thank you.
художественный руководитель ансамбля Леонид Михайлович Праткин. Дорогие друзья, я просто объясню, почему я стою на этой сцене. В принципе, дети все сказали. Я хочу сказать им громадное спасибо, потому что они большие молодцы. Еще раз услышать ваши овации в их адрес. Я думаю, они это заслужили. Спасибо вам, наши дорогие зрители и слушатели. Мы очень любим Ярославль. Мы любим давать наши концерты для вас. Я надеюсь, что мы еще в ближайшее время приедем. Я думаю, ваша овация, так сказать, услышала администрация. И есть еще один момент, с которым я хочу вас познакомить. У нас есть в ансамбле традиция, в которой вы можете сейчас тоже в праздновании можете принять участие. У кого попадает день рождения на наши концерты, мы поздравляем. Вот сейчас так стало, что день рождения у нашего главного балетмейстера Марина Игоревна Егорова. Вот это чудо, что вы видели на дело рук этой чудесной женщины. Так, вы не обидитесь, я передам ей цветы. Спасибо. И у нас это замечательный костюмерша, как мне слово не нравится, нашего замечательного коллеги Евгения Леонидовна Соболева. Появитесь, пожалуйста. И перед тем, как мы уйдем с этой сцены, я хочу вас познакомить с моими коллегами. Кого-то вы видели на сцене, кого-то вы не видели. Дорогие друзья, коллеги, пожалуйста, Анна Владимировна, Денис Юрьевич, я вас видел, вы здесь, не прячьтесь. День рождения тоже сегодня. Примите наше поздравление. Спасибо вам большое и до новых встреч. Спасибо.